Всем привет! Порой удивительно, как самый рядовой и, казалось бы, не очень значимый поступок может рассказать о вас, о вашем характере, мировоззрении и мировосприятии. Предлагаю вам сегодня пройти небольшой тест. Вам нужно будет ответить всего на один вопрос. Кому из этих людей вы бы уступили место? Итак, поставьте видео на паузу, хорошо подумайте и выберите того человека, которому бы вы точно уступили место. А затем я расскажу вам, что означает ваш выбор. Итак, если бы вы уступили место своему ребенку, такой выбор говорит, что вы человек с очень доброй и чуткой душой. Вероятно, вы без труда находите общий язык с детьми и можете даже стать для них хорошим приятелем. Для окружающих вы всегда остаетесь примером для подражания. Если бы вы уступили место старику, вы человек, в котором есть твердые убеждения и который знает, что важно проявлять уважение. Такие люди обычно прекрасно ладят со взрослыми, умеют оставаться верными своему убеждению, но при этом проявляют терпимость к убеждениям других людей. Именно за эти качества в вашем кругу вас многие любят и уважают. Если вы уступите место беременной женщине, вы человек, который умеет объективно воспринимать и оценивать реальность. Вы уделяете внимание всем аспектам вопроса, что говорит о вас как об очень ответственном человеке. У вас есть редкое качество и умение разделять хорошие поступки от правильных, и этим вы всегда выделяетесь в коллективе, а также в обществе.